Курс биткоина рухнул на 7%, но до этого показал рекордный рост. Впервые с апреля стоимость одной цифровой монеты достигла исторического максимума в 66 тысяч долларов. С начала октября стоимость самой популярной криптовалюты выросла в 1,5 раза. За последний период ярко выраженный положительный тренд складывается с сентября. Прирост стоимости составляет где-то 20% в среднем в месяц. Сейчас наблюдается коррекция рынка. Это означает, что крупные игроки фиксируют прибыль, выводят свои активы с криптобиржи. И как результат можем заметить незначительное снижение цены. Скорее всего, рынок войдет в состояние флета, то есть цены будут краткосрочной перспективе неизменными, а со временем могут постепенно начать снижаться. Для майнеров, так называют людей, которые добывают криптовалюту, такое движение цены существенно влияет на стоимость оборудования. Александр Блинков занимается майнингом уже давно. Говорит, раньше его ферма была больше, но июльские колебания курса вынудили продать несколько блоков. Теперь купить их не так просто. Стоимость растет пропорционально цене криптовалюты. Лет 5-7 назад он вообще ничего не стоил, то есть и никто особо о нем не заморачивался. А за последние 3 года эта валюта выросла, и выросла, получается, с 10 тысяч до 60, и ниже 40 она точно уже не упадет. В любом случае она будет расти, потому что майнеры по всему миру покупают оборудование, все это делают, вычисляют, зарабатывают. Если сравнивать с предыдущим месяцем, когда биткоин по курсу был ниже, конечно, сейчас где-то выросло на 30%, то есть доходность снова, когда он снова пополз вверх. Экономисты предупреждают, просчитать риски на рынке криптовалюты практически невозможно. Биткоин ничем не обеспечен, и его стоимость определяется настроением и ожиданием инвесторов. На курс влияет огромное количество факторов, и негативный информационный фон может стать причиной разворота положительного тренда. Например, в конце сентября цена биткоина снизилась на 25% из-за решения Китая запретить любые операции с криптовалютой.